смотрите. Что там шуршишь-то? С утра конфеты? Чупа-чупсы. Чупа-чупсы. Какая разница, все равно сладкая. Сейчас бабушка шоколадушка напечет и будешь есть со сметанкой, сгущенкой. Нет. Нету чупа-чупс. Ну и хорошо, закончились. Всем здрасте. Ну, мы, как всегда, тут развлекаемся с Андрюшей. Он тут помогает мне по хозяйству. А я хочу сейчас ему спечь. Ну и себе. Юля у нас в город усвистала. Уехала по делам. А это пластырь, он тебе совсем не нужен. Вот. Ему вот этот нужен уже пластырь. Будем сейчас с вами оладики печь. Андрюшка, не получишь ты ее. Вдруг пригодится. Вот ты пальчик обрежешь, и мы с тобой замотаем. Тихо. Ну и что? Скажи здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители. Вот и все. Пойдем печь оладики. Наши внуки, наше богатство. Так что сейчас я тут приготовила, не знаю, с яйцом, что ли, сделать или без яйца. Но свет у меня в телефоне достал. Сейчас хочу попробовать без яйца. Без яиц сделать оладики. Многие мне писали когда-то, я делала давно. Ну вот сегодня что-то в охотку вошел, мне захотел я оладиков. Ну, сейчас попробуем. Кефир. Вот сейчас трясу бутылку или баночку, коробочку. Вообще, да что ты будешь с ним делать, а? Свет прям меняется. Ну, в общем, я не знаю, что это за кефир. Вода водой. Наше домашнее молочко, когда скиснет, простоквашка прям аж грудинка идет, как говорят, грудкой. А тут вода водой. Производитель. Так, наливаю. Вот такой стакан. Как молоко. Вливаю в чашку. Насыпаем соды. Пусть у нас идет реакция. Ложечка. Ну, где-то вот так вот. Сотки немножко. Ложечка у меня небольшая. Все это перемешаем сейчас. Пойдет реакция. И сейчас будем добавлять муку, соль, немножко сахара и на сковородку. Вот и все оладики. Пекутся они быстро. Дрожжевые, конечно, надо ждать, когда дрожжи там заиграют, пока все постоит. Но эти надо есть сейчас тепленькими. Они постоят и делаются клёклыми. Да, уже дрожжевые, наверное, уже, конечно, не... Это тоже клёкнут, все клёкнет. Вкусно, когда свежее, мягкое, а когда уж постоит, ничего хорошего нет, ни в чем. Погода у нас серо все, пасмурно, так вот на рассвет отсвечивает. Но без света не видно тогда. Пасмурно, тепло. Капусту срубили, вот сейчас стоит тепло. Мороз пришел, щелкнул. Да ладно, там и капусты не особо много. Какую мы замотаем пленку, а какую и так порубим. Кислым едим мало, ну, сделаю баночку и хватит нам на первое время. Так что моя реакция там пошла у теста. Сейчас пойдемте глянем. Сейчас немножко соль добавлю. Сахар. Оладушки должны быть немножко сладкие. Ну, 3 чайных ложечки. Реакция уже, как сказала, идет. И теперь добавляем муку. Яйца ложить не буду. Попробую. Никогда не делала без яиц. Попробую. Хочу без яиц. Мука тут уже идет на глаз. Смотрите сами. Еще немножко добавлю. Теперь хорошенько размешиваем. Вот такая вот масса. Самая как раз. Сейчас ставлю сковородку, наливаем масло и будем выпекать. Сковородка накалилась, а теперь выкладываем. Огонь сделал такой небольшой я. Нам надо, чтобы они пропекались.
Все. Теперь будем ждать, как они зажарятся с одной стороны. Готовые. Сейчас еще выложим. Эти тоже уже готовы. А там осталось где-то на 3 оладушка. Вот с бокала сколько выходит. Я бы сказала, много. А тут вот сейчас доберу последушки. И выложу. Готовы наши оладушки. Можно садиться кушать. Чуть-чуть подпарились. Как остается немного масла, и они сразу начинают уже жариться по-другому. Ну, в общем, вот такие вот они получились. Ничего, так получились они. Нормально. Пышные. Сейчас посмотрим с вами. Разломим одну штучку. Разломим одну штучку. Смотрите, все пропеченное. Все как положено. И вкусно. А будем кушать мы их, вот, пожалуйста. Варенье малиновое. Сгущенка. Сметана. Андрюш, ты с чем будешь? А он яблоко, он грыз и пошел. Вот такой едок. Андрюш, идем есть оладушки. Ты что ты? Сидим, завтракаем. Или обедаем уже. В общем, кушаем. Я сладкоежка с сгущенкой, ну, а я со сметаной. Нет, я буду лучше. С чем? С вареньем. Ну, ешь с вареньем. А баба вот так вот. Вот. Самый лучший. Он говорит, ну, ешь свою кислую сметану. Вкуснятина. У меня тут вкусненько. Угу. Юля приехала с города. Андрюша, иди гляди, что она там тебе привезла. Что там? Карандаш свой нашел? Да нет, мы не искали. Ты что, ему карандаш купила? На. Вот какой тебе там карандаш. Еще что-то. Ой, завалили карандашами, только он ничего не больно пишет. Не хочет писать, вернее. Что там тебе принесла? Ну-ка посмотрим, давай. А что, не все с ластиком, что ли? Да вот. Ну, с ластиком. Как ты говорил, с ластиком. Вот тебе. И пиши теперь, рисуй. А то ж переживал ты меня. Потерялся он у него. Ты хоть покажи, чё ж ты отвернулся. Всем же интересно, что ж там за карандаши у тебя. Давай, открывай. Ну да, с ластиком. Обычные, простые карандаши. Подожди, я вытряхну тебе их. Ой, да, Андрюш, ты прям цепился, как будто я забираю. Вот они какие. Все, можешь прятать. Рисуй, пиши. Ну, у нас идет мультик, а тут я смотрю Аленку Колосову. Какой-то она тут делает бутерброд. Сейчас позырим, что же она тут прикупила нам. Ну, это он просил, Андрюшка. Сухарики, всем сырка. Сыр. Растишки. Это что у нас тут растишки, Юль? Читайте. Растишки. Молочный коктейль, две штучки.
Это вот Агуша ему. Это соль. Ага. Это кавказская приправа. Вот такая вот она, оказывается, к штучку. Тут что у нас? Кофе какой-то новый. Новый. Будем же целоваться-то. Наводим. Целуй. Целуй, говорю. Когда же Юль приедет, говорит. Где спасибо за карандаш? Целуй щеку быстро. Ну, потому что поцелуй я, поцелуй. Целуй, говорю. Ображает. Так. Конечно, скажем, тут вдвоем. С котом. Кот спит у нас. Ой, пищи, тихо. Конечно. Ну вот. Конечно. 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 Ой, рыбкой пахнет, копченой. В общем, кремлевские две палочки. У нас 280, в городе она 220. Две такие вот колбаски. Ну, это вижу, копченые скумбрия. Две штучки. Ну, яблоки. Вот такие вот у нас покупки сегодня. Ой. Мася прыгает. Барьер. Завалилась тетка. Открывай Масе водичку, Андрюша. Он пить хочет. Ну-ка. Вот. Пей, Мась. Пошел, пошел. Теперь все. Тот хвост будет за ней бегать. Уже дружок брешь. Время 54. Гав-гав. Ага, ну раздевайся. На голове прическа от шапки. Нормально, нормально. Гуля, расческа. А про грушу-то я не показала. Конференция она взяла две, наверное, да? И еще какие-то две штучки. Тоже Андрюшки. Андрюшки. Стараемся. Витаминки. Свои не растут. Покупные берем. Ну, так хороший. Хороший груш. Да, это уже совсем... Да нет, конференции не все. Все конференции. Все. Ой, ну все. Любовь пошла. Какой шишок пришел, Андрюш? Свет, потому что отключили. Ну да. А ты чем тут занят у меня? Домашку делаю. Домашку делаешь? Вон. Рисует. Обводит, вернее, по точкам. Старается ровненько-ровненько. Ой, да молодец какой. Вот так вот. Карандаш немножко не так, ну ладно. Научится. Да, не все сразу, что хотите. Ой, молодец. О, и дерево стоит. Еще сейчас одно осталось тебе, да, ввести. А, это уже введенное. Вот это последнее. Мы хвосты когда будем обрезать? Хвосты? На улицу? Да. Хвосты. Когда будем их обрезать? Сегодня. Хвосты, но не хвосты. Хвосты. Свет у нас выключили. Мы с внуком решили пойти поработать на улицу. Вчера был сильный ветер, мы вообще не уходили на улицу. А сегодня более-менее. Тихо. Ну, конечно, пасмурно, по-осеннему. Может, даже в ночь мороз будет. Мы тут с ним уже работали позавчера. Обрезали ту сторону хвост. Сейчас покажу. А теперь он там с большим секатором ходит, что-то чекрыжит. Опять мои цветы чекрыжит. Я тебе сказал, чтобы цветы не обрезал. Помощник. Пошел. Хочем вот эти с ним хвосты все-таки обрезать, чтобы они нам не мешали. О, вот тут вот. Не знаю, что делать с этой хризантемой. Пересадить, может, ее в теплицу. Показываю вам, что показываю, сама не знаю. Ну, вот эти вот хвосты, хризантемки. А там сейчас оберем, уберем. Так что... А, да, расскажу вам еще что. Сегодня... Ну, дома я там нахожусь. Так, что-то у меня тень такая. Вот так, поведнее. Во! Нахожусь дома. Юля говорит, мам, глянь в окно. Лебеди... Наши, ну, тут через дом соседи гонят куда-то. Я выхожу. Я говорю, вы куда его гоните? Отправляем. Ой, на пруд, говорит, гоним.
Помните, летом я показывала вам лебедей? Вот почему-то один опять пришел. Ну, мы с Ниной местные знают, Башмакова фамилия ее. Мы с ней пошли. У нее, правда, рука сломана у самой Нины. Но она меня сопровождала. Поймали мы этого лебедя молодого и потащили на пруд с ней. Оттащили телефон. Телефон с собой я не взяла, а то все вам показала. Приходим с ней на пруд. Два лебедя плавают, отец и мать. Больше лебедей нету. Куда делись три штуки, понятия не имею. Мы отпустили одного лебедя. Теперь их трое. Куда трое ушло? И как он опять оказался? Она говорит, он стоял возле нашего дома, тут на дороге. Ну, они его здесь по параулку хотели отправить туда, к пруду. Я говорю, куда вы пойдете? Тут я летом лезла, там не пройдешь. Дебри выше меня ростом. Ну, в общем, мы поймали, я вот тащила. Оттащила, отправила на воду. Как теперь будет обстоять дела, я не знаю. Куда делись три штуки, куда они пропали? В середке плавают два лебедя, и вот еще один мы, который принесли. Так что вот такое было еще утреннее у меня событие. В пятницу приедут к нам делать интернет. Заявку приняли, заявку пустили в обработку. В пятницу приедут, будут делать интернет наш. Высокоскоростной, Ростелеком. Но сейчас займемся делами насущными, нашими. Огородными. Помощник уже чикает. Работа идет. Ты, говорит, будешь... Я буду верхние листья обрезать, а ты нижние. Ну, хорошо, давай. Сейчас я, наверное, все-таки выкопаю эти два куста и отправлю в теплицу. Пусть они там побудут. А там как получится. Перчатки вот мне надо. А, смотри, вот эти. Да, да, их точно. Перчатки сейчас пойду найду и лопатку. И выкопаю. А я буду обрезать. А ты тут обрезай. Вот и займемся. Видишь, они какие здоровые. Ой, дождик, кажется. Да нет, не дождя. Ты что это, Андрюш? Не похоже на дождливые тучи. Утки открыли забор, и вот они теперь все здесь. Ту сторону сарайки мы забили. Все-таки ветер, холодно. Решили с Юлей забить. Так они теперь все здесь вот у меня под носом, можно сказать так. Не люблю, когда они кря-кря-кря-кря. Ну, куда деваться? Птица наша. Так, вот смотрите, край дома хвоста мы обрезали с Андрюшкой. Он помогал мне тачку, накладывал. Он еще бегать подчищает. Так вот они останутся у меня в зиму. Они хорошо присыпаны перегноем. Вот какой у меня большой. Секатор у него такой большой. Вот он им работает. Но я сейчас начну вытаскивать гарты, хризантемы. Заболталась уже баба. Поправь эту решеточку, поставь. Вот так, да. Ой! Вот какая куча. Я сейчас принесу тачку. Не надо, нет. Я тебе тоже помогаю. Я отнесу. Веточки подвалились, но ничего страшного. Я отнесу. Ну вот, сейчас польем ее. И пусть она стоит тут. Сейчас еще белую выкопаю. И белую посадим. Посадил на южную сторону. Все-таки тут солнышко будет ей. Не так холодно. Сейчас пойду белую еще выкопаю. И на другую сторону. Красоту. Я тут цветочек посадила.
На, вот еще отнеси. Обломились. Туда. На колесо. Вот еще дрыщево. Неси. Я их. Я вот эти вот большие буду сажать. Давай, сажай, сажай. Так, ну что ж, и эту сейчас отправим шапочку. Все равно куренятся. Куда они денутся? Тут не так будет холодно. Пусть себе растут. Клумба, говорит, готова. Ой, сколько много цветов теперь у нас будет. Внук насажал. Красота теперь будет. Только они замерзнут. Корней-то у них нету. Корешков-то нету. Они не будут расти. Холодно. Ну, сажай, сажай. А я пойду полью. Кого? Кого-кого? Хризантем, который посадила. Рули, рули, давай сюда. По прямой. Вот. Сейчас мусор будем грузить. Это в середку нагрузила, надо по краям раскладывать. А у тебя все в середке. Ничего тут не полное. Все у нас с тобой влезет еще. Только вот эти вот дуги не убирай. Ага. Попытайся по дороге. Ну, мне кажется, чисто эстетически. Но Петька орёт. Чисто эстетически очень даже ничего смотрится, так как были лохмотья, висели, потом их будет снегом забивать.
Правильно, Петя. Пусть будет так. А вы, как хотите, у себя там на вашем участке делайте. Я обрезала. Не хотела тут обрезать, но поглядела, не нравится они мне. Взяла птик рыжего. Все. Хризантемы пересажены. Замели все с внуком. Вон, на пеньке стоит и зевает. Во все горло. Чисто пойдет. Там он бегает по розам. Помогает опять там. Там спереди тоже несколько штук я удалила. Сейчас вот тут чуть-чуть подрыхлила эти хосты. А тут-то, бабай, сколько травы. Пусть останется. Я и там не буду трогать, Андрюша. Пусть будет до весны. Здесь... Ой, кирпичи эти уберем. Да, и уберем все там. Здесь удалила самшит и обрезала две хосты. Да, ты приедешь, все поможешь мне. Самшит что-то от корня, вернее, ствол начал у него отходить от коры. И он начал сухой. Да, говорю, зачем он тут мне нужен? Так только. Я и тут найду траву. Да там уж нет ничего, Андрюшка, все попереполол. Ну, работай, работай. Нравится ему вот это дело. Ну, пусть. А мы будем с вами. До свидания, до новых встреч. Спасибо за поддержку, за понимание. Пишите комментарии, заходите на Яндекс.Дзен. Всем до свидания. Всем до свидания, всем пока. Вот так вот сюда работаю. У меня на бикрень все. Не знаю, может кто-то и не так работает, но у меня всегда так. Шея короткая, там еще две кофты, и они платок тебе туда. Мы так хорошие, девчонки. С вами, со всеми. Не я одна, а вы со мной.